да Краснодарский край, ой, да он богат лежит, ой, да по степи река, ой, да с гор крутых бежит. Песня-то про Белореченск. Это степь, совсем недалеко горы, а сам город назван в честь реки Белой. Это самый знаменитый памятник, посвященный основанию станицы Белореченской. Вот за 158 лет небольшая станица превратилась в современный зеленый город. Идем знакомиться с белореченцами. В южных границах России во второй половине 19 века кубанские казаки построили крепость, а после заложили станицу Белореченскую. Со временем она разрослась. Все больше людей приезжало сюда на постоянное место жительства. В середине 20-го столетия поселению присвоили статус города. Главная гордость жителей – удивительная природа и древние курганы. Многие находки из них хранятся в Эрмитаже. Голубая она с ума.
Этой школе больше 100 лет. Ее история тесно переплетается с историей города. Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли практически все ее выпускники и многие преподаватели. Школа была разграблена и разорена фашистами. После освобождения станицы Белореченской жители приносили из дома все, что возможно было для того, чтобы наладить учебный процесс. Скамейки, тумбочки, столы. Дети до этого писали буквально на полу. Сегодня эта школа живет обычной жизнью, но сейчас каникулы, поэтому здесь затишье. Для одних стрит-арт – это чистой воды вандализм, а для других – современное искусство, достойное галерей. Павел Постников занимается граффити 13 лет. Его рукой украшено много стен, и не только в родном Белореченске, еще в Туапсе, Анапе, Новороссийске, Краснодаре. Ко дню города он создал этот граффити-проект, который местным жителям понравился сразу. Вот я вижу вот Россию такую молодую, красивую, полную сил, энергии и... Собственно, почему бы это не показать? Вот. Сколько ушло времени на работу? 2,5 дня. Мне помогали мои друзья, ребята, знакомые. Кто-то помогал фон катать, кто-то валиками, кто-то кистями. Я уже, собственно, делал более сложную работу, связанную с разольной краской. Фон был в Адемусе покрыто, и сверху уже рисовалось все разольной краской. Ты мне скажи одно, почему блондинка? Почему не брюнетка символизирует нашу страну? Я понял. Честно, не знаю. Вот у меня родился вот такой вот образ. Я быстренько набросал. Светлый образ. Вот мы блондины, головы светлые, значит, светлый образ такой должен быть. Не знаю, у меня девушка-блондинка. Девушка сказала, да, что я классно справился с макияжем. Мы можем тебя сегодня увидеть в процессе? Конечно. Я, в принципе, в нем каждый день. Вот это тренировочная база, да, всех граффитчиков? Да, это как тренировочная база, потому что еще я здесь 13 лет назад учился. Первые буквы, первые шрифты, первые... Первые девушки?
Да нет, тогда бы... Ну, хотя, да, там все было. Ну и, соответственно, не без маленьких юных вандалов, да. То есть было, когда какие-то работы, может быть, вырисовывались, да. Ну, не прям, может быть, хорошие, но всегда бывало, кто-то пришел, что-то распишет, напишет, зачеркнет, перечеркнет. Мы будем делать шрифт. Как в нашей программе, да, он такой старославянский немножечко, ну, да. Культурная навигация. Оставим свой след с помощью творческой руки Павла. Творческий профессиональная, след. Да. Какая-то надпись, это считается вообще искусством и граффити? Или можно написать все, что угодно? Нельзя что угодно называть искусством. Опять-таки, зависит, кто как это преподносит. Ну и от человека, который тоже видит, воспринимает, тоже, конечно, много зависит. Я хочу прийти именно к чему-то своему, чтобы где-то выполнил работу, неважно где. И человек, ну, наверное, кто занимается все-таки немножко стрит-артом, не знал, что по почерку, по технике, по стилю будет видно, что это именно моя работа. А когда-нибудь в жизни писал «Здесь был Паша»? Да. Павел учился в художественной школе, но однажды поменял мольберт и краски на аэрозольный баллончик и стены. Активно участвует в граффити-фестивалях, общается с художниками из других городов. Вообще люблю брать черные штаны. Вот красишь, вот там тиранул перчатками, и там картонку или еще что-то. И вот они, блин, выглядят классно. Это в стиле. Люди некоторые специально делают, а ты в работе, видишь, что еще и да, твои. Да, еще люди за это, причем деньги, деньги берут, да, неплохие. Сколько лет может продержаться эта краска? От 5 до 15. Спасибо большое за этот крутой арт. Спасибо. Все, теперь у нас есть, можно сказать, логотип нашей программы в Белореченске. Класс. Белореченске. Слушай, тяжелая. Откуда у тебя корыто, Маш? Это бабушкино корыто. Бабушка где живет? В селе школьном. Слушай, а скамеечка, давай попробуем. А, ну так мы на концертах перед концертами. Что вы перед концертами сидите? Да. Так, слушай, удобно, подвинься. Ну, что? Чуть-чуть так. Дай тетке присесть. Да, вот оно. Так, слушай, ну хорошо. Выдержит нас двоих, да? Да и семерых. Семерых? Да, вставали. Иногда. Но это семерых таких, как ты, а таких, как я, знаешь, гораздо меньше. А. Девчата! А куда вода делась? А мы ее там выпили! Oh,
Мы в гостях у Юлии Нерсисян, на званом обеде, можно сказать. Готовим сегодня национальное армянское сладкое блюдо гату и знакомимся с вашей творческой семьей. Юлия, рассказывайте, это будет блюдо из теста, правильно? Это будет блюдо из теста, блюдо национальное. Рецепт мне достался от моей подруги. Ну и вот тесто мы уже предварительно приготовили, но обязательно я вам расскажу рецепт. Основной аромат это, конечно, добавляет ему начинка, которую мы с вами сейчас приготовим. Я наслышана про это блюдо, что в разных регионах по-разному готовят гату. В разных регионах, скорее всего, по-разному и готовят, но я всегда сталкиваюсь только с этим рецептом. Из этого теста можно даже готовить, знаете, сигаретки такие разные. Угу. То есть вот конвертики, да. Начинку можно добавлять любую, это может быть курага, чернослив, в общем, то, что любит, орехи, варенье. Сейчас мы его в рулетик скатаем для начала, насыпем в него. Это из древности, раньше пекли его на всякие мероприятия, очень хорошие, на свадьбы, на всякие торжества. Часто у вас гата на столе? Да, довольно часто, но сейчас, знаете, модно сидеть на диетах, поэтому оно сладкое, и я готовлю его по первому требованию, скажу так. И какая у нас начинка. Будет начинка? На порцию это будет 2 стакана муки, 2 стакана сахара, 100 грамм масла. Взбиваем как? Вот всю эту историю. Так, мнем. Она вот должна быть такая сухая, пересыпаться. Получается. Вот я стараюсь, по крайней мере. Сейчас мы ее посыпем сюда, сверху на лист. Я в жизни не пробовала гату. Я наслышана, они просто... А теперь вы ее печете собственными руками. С вашими руками. Я только так, как подсобный рабочий. Давайте. Сейчас я вот... Я подмастерье. Да. Я это делаю рукой. Что из кубанских блюд вот, можно назвать у вас предпочтение? Борщ обязательно, да. Все любят, вся моя семья любит борщ. Добавляйте буряк. Обязательно. Теперь мы будем заворачивать его вот в такой рулетик. Красиво. Смазываем наш рулет яичным желтком и красиво нарезаем. Выпекаем в духовке при средней температуре 15-20 минут до румяной корочки. Таких рулетов у нас будет 4. Семья Нерсисян в сборе. Гата на месте, гата приготовлена. В меру сладкое. И оно сочное, несмотря на то, что здесь нет фруктовой начинки. Семья Нерсисян очень гостеприимная. Здесь следует национальным традициям, и за праздничным столом всегда собирается много родни. Дочери Юлии увлекаются армянскими танцами, изучают историю и национальный язык. А еще они очень музыкальные. После работы и учебы молодежь собирается здесь, закаляет тело и дух. С
Среди парней есть чемпионы края по воркауту. Несмотря на травматичность этого вида спорта, поклонников у него предостаточно. Сколько ты учился этому элементу? Долго. Все три года. Впечатление, что не стали. Ты в Белореченске реально один, кто делает этот элемент, да? В Белореченске, да. Вы занимаетесь этим для чего? Чтобы сделать свой дух крепче, свое тело крепче, и просто, во-первых, мне это нравится. Во-вторых, я знаю, что мне это в дальнейшем поможет, если ребенок подойдет, ему заинтересовал какой-то элемент, либо этот вид спорта, либо подкачать тело, либо еще. Я, конечно, подскажу, помогу, что умею. Главное, без вранья и без фанатизма. Вот и повидались с коллективом «Кубанские казаки». Мы очень-очень-очень сильно рады. Распытали про здоровье. У меня все хорошо. Ваше как здоровье творческое? Отлично. Потихонечку восстанавливаемся, да? У вас новые костюмы. Да? Буквально первый раз. Премьера костюмов. А продефилируйте немножечко. Смотрите, какие красивые костюмы. Главное, мы вместе с не только с казаками Белореченского районного казачьего общества, а с их семьями, с женами, с детьми встречаемся, но встречаемся не в официальной обстановке, допустим, в Доме культуры или где-то на концертных площадках, а мы встречаемся на природе, в селе, в деревне, на берегу реки, где-то в лесу. Устраиваем встречи, мы показываем молодежи, детям традиции, обычаи казаков. Ну и, естественно, все вместе поем. Нам казаки всегда подпевают. И самое интересное, что подпевают дети. И даже зеленый Белореченск с его парками и фонтанами не спасают от кубанской жары. Сегодня было очень жарко, но мы все успели и познакомились с интересными людьми этого города. Спасибо за знакомство. Увидимся с вами совсем скоро уже в новом населенном пункте. Пока-пока. Мы тоже пометили ваш район. Я не знаю, что это за район, вообще кто здесь живет. Но только попробуйте стереть. И вот самое... Культурная навигация приедет к вам домой. Мы вас найдем.